Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня расскажу о том, почему такое название у видео и вообще, как мы планируем с нашей командой, с нашими друзьями реализовать в жизни. Это именно то, что написано у нас было в названии видео данного. Дружище, вот давай первый вопрос тебе. Наверное, ты, я думаю, 100% ты слышал о том, что эти истории о том, как люди там в самом начале, там, когда только там появлялся биткоин, криптовалюты, там, эфириум, они там, просто буквально через какое-то время за счет роста курса становились там миллионерами, или хотя бы там зажиточными очень людьми. Смотри, понятно, что как бы мы не можем открутить это время назад, попасть туда там и все такое, там машины времени у нас, как всегда, нету, к сожалению, да. У кого есть, пишите мне в личку, придумаем там, договоримся, как все это открутить. Ну ладно, это все шутки. Но смотри, дружище, просто сейчас как бы, пусть на дворе кризис, опять же, многих коснулся этот кризис, там, у кого-то упали там заработки, кто-то лишился работы, но тем не менее, имея интернет, имея силу соцсетей и работая в команде, имея там хороших товарищей, которые всегда поддержат, и светлые головы, которые знают, как зарабатывать в интернете, имеют опыт, можно всегда заработать и даже повторить тот же самый успех с тем же биткоином, с ростом криптовалюты. Что мы и хотим сделать в нашей команде? Смотри, дружище, что мы сейчас делаем? Рассказываю. Цель, естественно, как можно быстрее, как можно больше заработать при минимальных вложениях и используя то, что у нас есть, как бы, там, наше время и социальные сети. Сейчас сделаю маленькое небольшое отступление такое и расскажу буквально недавно совсем, чтобы тебе просто понятно, что мы будем использовать и как мы будем богатеть вместе с тобой. Не просто заработаем там $100, там 200, мы хотим заработать там хорошие деньги и в идеале там, чтобы там большинство людей хотя бы дошли до $1 000 000. Почему бы нет, дружище? Если другие делают, почему бы нет? Почему это не произойдет с нами в нашей компании, в нашей команде, как бы? Рассказываю. Совсем недавно был такой челлендж в ТикТоке и там в соцсетях, объявили там Dogecoin. Все знают такую криптовалюту, которая там стоила копейки и вообще она там стоит копейки. Но буквально там за несколько дней ее вот пропампили вот до таких вот размеров. Ты видишь эту кривую, так сказать, как можно. Опять же, здесь почему так это произошло? Просто люди взяли в соцсетях и поддержали данную криптовалюту. И те, кто заходили и покупали ее как бы дешевле, могли продать ее на том росте как бы и заработать. И плюс, опять же, почему бы это не сделать с другой криптовалютой и еще и не усилить и не попробовать увеличить количество заработанных денег в разы. Просто если там, например, смотри, мы берем, например, криптовалюту Tron и проект, на котором мы будем зарабатывать, это проект Super Sage. Так, в двух словах опять же рассказываю про проект. Проект буквально там несколько дней назад стартанул, поэтому как бы самое вкусное, самое интересное это заходить в него сейчас. И здесь всего там 14 тысяч людей, за последние 24 часа зарегистрировалось аж 3 тысячи человек и заработано было почти там $1.5 million. 1 358 тысяч долларов. Ну а теперь рассказываю по порядку, что здесь используется и почему как бы я и моя команда, мы считаем, что здесь очень просто, очень-очень крутые можно результаты и можно очень быстро и очень хорошо заработать. Опять же, при минимальных вложениях, о которых я там чуть позже расскажу. Смотри, дружище. Монета буквально тоже, как бы, она сейчас вот начинает расти, потому что начинает и проект данный, и как бы сообщество, начинает пампить данную монету. Плюс там есть и определенные еще дополнительные условия, которые как бы тоже влияют на рост монеты. И заходя в нее сейчас, можно очень хорошо, вот люди, которые там с начала месяца, смотрим, там было 0.16, сейчас монета до 0.25 доходила, 24, вот даже за день она там за сутки на 1% выросла. То есть где-то примерно сколько там 50% человек, люди сделали уже там с начала месяца. Но все только начинается, и тотальный такой челлендж, который будет, как я считаю, приведет к росту данной криптовалюты, все только начинается. Один из таких факторов — это запуск именно проекта вот этого Super Sage. Если кто-то
знает, ну, кто разбирается в этих проектах, тот понимает, что это за проект. Если люди, как бы для новичков расскажу, что это такая, по сути, можно сравнить с... Почему именно какие плюсы у данного проекта? Можно сравнить его с партнерской программой, которой ты получаешь как бы до 100% от тех людей, которые регистрируются под тобой. Ты скажешь там, вот я там не умею приглашать, я там не знаю, как приглашать. Сюда, в принципе, как бы люди заходят сами по себе, даже можно, даже есть стратегии, которые там люди просто на пассиве абсолютно зарабатывают в данном проекте. Об этом тоже как бы чуть позже, и плюс я дам ссылку на наш рабочий чат, в котором есть стратегия, где там даже пассивщики могут зарабатывать и начинать как бы вот именно развиваться в данном проекте. Плюс, опять же, как бы хороший рост, может и хороший заработок на том, что монета данная сейчас будет пампиться, и на этом тоже можно сделать свой, как бы, свои иксы, заработать хорошо. Что в двух словах это за проект, какие его плюсы? Здесь, во-первых, нету никаких админов, все на смарт-контракте, это блокчейн монеты Tron. Здесь в проекте все деньги, если вы знаете там какие-то инвест-проекты, или которые, ну, большинство проектов, они всегда имеют админов, и деньги хранятся у них на кассе. Здесь мгновенно деньги заходят, заработанные тобой, тебе на кошелек, и нету никаких админов, которые там могут там украсть, забрать твои деньги и уехать куда-нибудь на сказочное Бали. Это плюсы, несомненно, вот именно блокчейна и смарт-контрактов. Ну, я думаю, кто знает, тот знает, как бы, кто не знает, я надеюсь, поняли. Если, опять же, какие-то вопросы, друзья, как бы, обращайтесь, ссылка будет внизу. У нас есть чат в Телеграме, здесь уже там, сколько у нас, уже 122 человека, как раз вы можете зайти в самом начале. Вот люди уже выкладывают первые свои заработки за несколько дней. Мы совсем недавно зашли, вот 86 долларов человек заработал здесь. Здесь. Дальше смотрим. Так. $150. 187, 87, 125. Так. Ну, в принципе, я думаю, для нескольких дней и как бы работы. Опять же, люди, это все работает. Командная тактика. Наша поддержка наших админов, наши как бы все люди, все в команде друг друга поддерживают. И сейчас именно идет построение команды, где можно занять место и начать зарабатывать. Опять же, есть даже тактика для тех людей, которые как бы заходят и не умеют приглашать. Есть и обучение, есть возможность, именно используя свои соцсети, занимаясь тем же самым, что вы делаете каждый день там, репостить, лайкать и какие-то свои, и опять же, развиваться в соцсетях. У нас есть обучение для тех, кто хочет развиваться в Ютубе и в остальных соцсетях. Начинать зарабатывать хорошие деньги. Друзья, не хочу затягивать видео. Всем, кому интересно, кому уже просто надоело там сидеть на копейках и ну, просто зарабатывать какие-то копейки, заходите. Советую, заходите в чат, знакомьтесь с информацией, задавайте вопросы, залетайте в нашу команду и будем зарабатывать, будем качать, запустим такой челлендж, как можно больше людей будем рассказывать о том, ну, о возможностях заработка на криптовалюте и о проекте конкретно SuperSage и нашей командной тактики. И я думаю, в принципе, очень много чего есть рассказать, лучше я сниму еще там серию видео и буду конкретно рассказывать, отвечать на ваши вопросы. Друзья, опять же, не забываем подписываться на мой телеграм-канал, который, ссылка на него будет под видео, и ссылка на чат, где вам ответят на все вопросы, как зарабатывать, сколько, опять же, заработок тут начинается там, при минимальных вложениях там, от 12, по-моему, долларов, там, ну, там, потому что курс постоянно растет, точно я не могу сказать, сколько это будет на данный момент. И, опять же, на все вопросы, друзья, вы получите ответы в чате. Здесь уже люди, которые уже начали зарабатывать, и все, здесь есть и инструкции, и консультации. Заходите в чат, пишите любому админу, напишите просто «я хочу зарабатывать» даже. Пишите «я хочу зарабатывать», «я готов участвовать в проекте», и вам ответят на вопросы, вам помогут. И давайте все вместе прокачаем эту тему, запустим такой челлендж и будем зарабатывать уже нормально на тех возможностях, которые предоставляет нам и интернет, и криптовалюты, и блокчейн, и вообще социальные сети. В нашей команде это все реализовано, все инструменты есть. Давайте, друзья, заходите и начнем зарабатывать. Все, друзья, кому понравилось данное видео, ставьте лайк, пишите в комментариях вопросы, задавайте вопросы, вообще пишите комментарии. И не забываем, что конкурс проходит
только набирается там 50 лайков под видео, разыгрываем криптовалюту и отправляем там рандомно, ну, при помощи сервисов рандомных победителю. Так, друзья, на этом все. До новых встреч!